Высоцкого, его четкий ясный рисунок. Художник оперирует чистыми, нежными и тонкими цветовыми отношениями. Причем вот главные объекты его живописи – это небо и земля. Вот все действие происходит между двумя этими категориями. И художник очень тонко оперируя этим, создает очень целостные и притягательные произведения. Вы знаете, я считаю, что у каждого художника свое пространство. И вот на этом небольшом формате, в этом небольшом пространстве холста художник достигает очень большой выразительности. Причем я хочу отметить художественный вкус и деликатность пластических средств Владимира Высоцкого. Я вспоминаю, что Сергей Васильевич Герасимов отмечал, что рисунку можно научить, а живописи никогда. Вот это природное начало, которое художник в себе должен культивировать и очень тонко и деликатно к этому относиться, вот это мы и видим в живописи Владимира Высоцкого. На нашей первой мини-персональной выставке Владимира Высоцкого и Олега Закамбурга. Большое вам спасибо, дорогие художники, что вы согласились быть первыми в нашей галерее и представлять свои работы. Я думаю, что сегодняшнее начало может быть не совсем удачное. Первым всегда трудно, но победить. Да. Но я думаю, что впоследствии нас будет все больше и больше. Клуб нас будет разрастаться. Первый каталог выставки у нас был ЦДХ, первый номер. Это была выставка, представленная художники Ивана Чая. Это теперь наша вторая выставка. Она уже в галерее «Радуга». Это второй номер нашего мини-журнала Владимира Высоцкого и Олег Закамбурга. Олег Закамбурга – очень давний мой знакомый. И я с большой симпатией отношусь не только к нему, но и к его семье. Это удивительная такая творческая семья. Вот здесь Ирочка среди нас, замечательная, обаятельная жена и помощник Олега. К сожалению, мы не видим сегодня родителей. Это удивительные люди, это удивительная семья, которая не просто помогает, а они полноправные соучастники, на мой взгляд, творчества Олега. Образ жизни. Да, образ жизни, правильно, Олег меня корректирует, что правильно сказано, что художник – это образ жизни. Вот образ жизни художника Олега Закамбурга, он очень активный, очень насыщенный. Олег много и плодотворно, и продуктивно работает. Причем он работает в очень разных таких областях пластики и в декоративно-монументальной скульптуре. В последнее время Олег работает, и мне это очень приятно наблюдать, в малой пластике. Я думаю, что путь Олега как художника – это путь к себе. Ибо Олег по складу своему человеческому художественному складу, он лирик. И вот то, что сегодня делает Олег, вот эта малая пластика, которая требует незаурядного мастерства от скульптора, она также естественно проста. Вот я отмечал близость живописцев Высоцкого и Олега Закамбурга. Они здесь очень органично присутствуют. Вот такое впечатление, что вот эти работы на детскую тему у Олега, они как бы подсмотрены и схвачены на лету. Вот это вот жизнь врасплох, вот эта схваченность его, вот эта свободная лепка, вот этот артистичный, так сказать, взгляд и подход, и вот эта непринужденность, теплота, опять-таки искренность, они, я думаю, не могут оставить равнодушными нас. Причем Олег замечательный еще рисует. У Олега замечательная графика.
И я его мастерской с наслаждением видел вот эти блистательные рисунки скульптора Олега Закоморного. У Олега Закоморного большой творческий потенциал. И я более чем уверен, что Олег нас еще порадует неожиданными такими ходами в своем творчестве. И спасибо вам громадное, уважаемые спасибо авторы. И спасибо вам за то, что вы пришли на сегодняшний наш вот такой замечательный вернисаж. Даже вот нас, жен, они посвятили в то, что они собирались сделать это как-то вот так по-домашнему, как вы видите. И нам, честно говоря, немножко неловко, и поэтому уж очень с большим чувством и трепетом я, как говорится, могу только сказать вам огромное спасибо за вот такой домашний, теплый, такой... Необыкновенный уют вот здешнего места, вот именно такого камерности, ну, такая человечность вот этого маленького пространства, а также людей, которые здесь работают, потому что они преданность своему делу. И здесь вот коммерческая сторона вопроса стоит далеко не на первом месте. Они действительно очень большие труженики. Они до поздней ночи здесь находятся и все жужжат, жужжат, работают, работают, как пчелки. Вот. Ну, это я с большим уважением отношусь к такому отношению к делу. И, конечно, очень был благодарен, мне всегда приятно поддержать своими работами, это такой хороший коллектив. Вот. Спасибо большое. И вообще, на мой взгляд, искусство, жизнь без искусства, знаете, как Гоголь сказал, если бы не было музыки с нами, что было бы с нашим миром? Вот перефразируя Гоголя, я считаю, что если бы не было пластических искусств, так же, как и музыки, я думаю, что мир бы наш и мы с вами не состоялись. Спасибо за внимание. Спасибо.